Доброе утро, ой, добрый день, или уже почти вечер, мальчики, девочки. Тут к нам дятел какой-то приперся в гости. А где он? Эй, придурок, ты где? Ой, блин. Пошли вон. Тишина. Тишина на Ивановском кладбище. О, тут что-то есть. Клей. Хочу поразбирать тут вот это вот все хозяйство, пока время есть. Никуда я не хочу больше идти сейчас. Что-то дало. Газировка. Опять фигня всякая. Фигня. Фигня. Ладно. Ухухушеньки хухо. Одно железо, одно железо. Давай сюда. Оп. Так, поехали наверх работать. А то у меня еще тут травма ноги с предыдущих времен. Дай, дай. Сейчас чиниться будем. Тряпочки, сплошные тряпочки. Пом-пором-пором-пом. На место. И на место. Делаем тут, а не делаем чего. Так, где мои инструменты? Вот так. О, можно деревянное хранилище сбацать. А я хотел вот что глянуть. Ага. Говорили, что на втором. На третьем уже. Ах, вы ж такие всякие. Но зато можно коробочки соорудить. Которые, в принципе, ничем от этого. 6 и 6, 36. А эти сколько? Тоже 36. Так что смысла никакого. Металлолом. 20 коробочек, еще болты тратить на это. Не хочу. Тут вот дилемма. Дилемма. Где? Сижу и думаю. Мотороллер. На этого нету этого. Компактного двигателя. Это его бегать искать. На мотоцикл. Нет двигателя мотоцикла. Руль надо искать. Руль надо искать. А здесь...
А здесь велосипед и так уже есть. Обслуживание мотоциклов. Опять двигатель от мотоцикла, фургона. Двигатель есть. Нет резины, нет болтов. Так, что надо для болтов? Так, болты это не проблема, да. Болты это не проблема. Резина. Осталась резина. Так, а там мы все колесики пособирали, да? Вот какая-то резинка валяется. Опять пить хочешь? Да чтоб ты, водохлебыч. Так, что тут еще можно натворить такого симпатичного? Остальное все надо. Открывается в какой-то книжке. Открывается в книжке. Книжки не хочу. О. Противоядие. Не хочу. 11 минут. Давайте встретимся уже, когда этот гипс сойдет. Блин, задолбали уже. Мне что, медом намазано, блин? Сейчас пойдем морду пить. А, ну да, мои потрошки тут делаются. И сюда. Братская могила. Сфорочи. Так, эта машинка здесь тоже лишняя. Ай. Странно, конечно, с одной машинки иногда под полторы сотни выходит железо. Ой. А иногда всего по 20-30. Блин, заколебали. То жрать хочет, то пить хочет. Негодный мальчишка. Так, еще раз, что тебе нужно, чтобы увеличиться? Тигель. Тигель, тигель, ай-лю-лю. Охо-хо-хо-хо. Как много.
Ну-ка, мать твою, бля. Ну, бля, еще 3 минуты ждать. Жри. Сворочь ненасытная. Так, ладно, давайте вот что будем делать. Ой, не это. Обслуживание фургона. Гайки, болты, это фигня. Резина. Резина, надо собирать резину. Поехали, покатаемся по городу, поищем колесики бесхозные. Резина нужна. Вот резина. Да. Как уменьшили выход резины с таких колесиков? Ее стало действительно не хватать. Теряв, не помню. В этом автовоше мы всю резинку собрали. Бунц. Вроде всю. Сейчас глянем еще раз. Ага, всю, конечно, всю. Бум. Сколько там ее уже у нас? Давай, мой. 19. 19. Маловато будет. Pop and pills. Сейчас в аптечку заглянем. Может быть, найдем. Пусто. А мы тут уже, по-моему, были в аптечке. Да. Тут тишина на Ивановском кладбище. Поехали дальше. Еще кусочек резинки. Дай что-нибудь, дай что-нибудь. С форости. Гад. Гад. Я за это тебя разберу. А резины сколько? Ай, где она резина? 26 там. По идее, должно хватить. Но жаба говорит, что надо еще. А жаба, блин, она такая. И вечно не хватает.
И вечно всего не хватает. Эй, диск. Эй, диск. Каким-то макаром увеличилось. Шами фудз. Еще резинка. И там еще резинка. Ой ты, блин, проснули. А, пошел ты. Возбудились. Ну давайте по очереди. Кто хотит на Колыму, выходить по одному. Я сегодня добрый на люлей. Ой. Давай, давай, вылезай. Не стесняйся. Что-то зловещее надвигается. Дождик поливает. Поехали домой. Поехали домой. Мини-маркет. Меня там так и не было до сих пор. Ой. Не в тот домик я пошел. У меня свой есть. Так. Потихонечку, легонечку. Это что? Господи, а класс опять. Хо-хо-хо. Так, иди туда. Потом с тобой будем разбираться. Когда-нибудь. Так, порох, порох, порох. Блин, пу-пу-пу. Где-то тут. Еще раз смотрите. Обычный автомобиль идет. Что у нас тут? Болтов. 20 болтов не хватает, да? Это 4 штуки. Ну давай 6 сделаем.
Ой, ночь подходит к концу. Мы тут ночью фигней занимались. Сейчас покажу, какой. Если помните, у меня здесь поднятие тяжести была троечка. Потом мы один кружок сотворили. Стало 5 с кусочком, а уже 7. Атлетика поднялась на единичку. Так, что мы тут еще такого натворили? Да ничего. Жратву делаю. Кирпичики жарятся. Из них кирпичные блоки. Ступочку сделал. Что еще сделал? Да, больше ничего и не делал. В основном нагружал себя тяжестями и бегал по кругу. И больше ничего. И удивлялся. Ночь. И никого. Вообще никого. О, не тронут. Ну и фиг с тобой. И что ты хочешь сказать, что я должен через низ тащиться? А! Пусто. Не хочет, то и не надо. Упс. Ты еще скажи, что я не смогу сейчас вылезти. Ай-яй-яй. Ау. Больно. Зомбики, вы где? Я по вас соскучился. Захотел. Да, что еще тут сделал? Решил посмотреть кукурузный хлеб. Охренеть, как много, блин. Сфорщи. О, блин, одну секундочку не хватило. Да что ты скажешь? По-моему, эту вещь автор никогда не исправит. Когда у него здесь буквально секундочек не хватает, и точно определить время невозможно. Потому что чем дольше оно начинает, чем дольше готовится, тем больше у него разброс. Вот так. Вот так. Так, ладно, еще полчасика осталось. Работаешь? Ну, работай, солнышко. Работай, работай. Работай, не волк. Ну, хоть один бы негодяй бы появился. Вот же ж. Хоть вот на этот кругляшок ввой. Скучно. Ой, ладно. О, светает.
Молодец. Особое задание. 1,6 километров на юго-восток. Ох ты ж, ух. Принести король о закон. Это что? А что еще есть? Принести крэкэбук. Это мой дом? А хрен тебе, блин. Восстановить питание. Зачистить ферму. О, ферма. Чпуньк. Вот ты и подержи. Вот это подержи, вот это подержи, вот это подержи. Вот это и вот это подержи. Это нам там не надо. И вот это подержи. Все есть, все есть. Поехали. Вот, ясно. Что вы такие шустрые, не понял, с утра пораньше. Офигели, что ли? Я тут пришел с миром. А, сныкался, гад. Колесики забрать. Ну и вот это на всякий случай. Поехали дальше. Опа. Сверху говорите, да? А, знаю этот домик. Я там жил здесь. Вот в этом сарае жил. Тут где-то курятник был еще своеобразный. Машинка нетронутая. Одна штука. Машинка тронутая. Ноль штук. Ладно. Хихичпок. О. Ага. Хихичпок. Возьмем пестик в руки на всякий случай. Поехали. Будем тихушника качать так же. Пусто. Закрыто. У вас остальной вход через верх. Хоп. Хоп. О, матрасик. Однозначно забираю. О. Паточки. Есть кто еще мертвый живой? Ведь наверняка же кто-то тут еще сидит. О, дай мою стрелу. Блин, да не это дай мой. Стрелу дай, скотина. Яйца есть? Есть, спасибо. Так, это чтобы не забыть, сразу забираем. Ты задолбался уже по этим
по этой лестнице бегать. Здравствуй, тетя. О. Пока, тетя. Съела стрелу, сволочь. Медицинская сестричка. До свидания. Собака бешеная. Дай. Дай. А, ну да, через окошко. Хоп. Хоп. Тихонечко. Легонечко. Чтоб никто не услышал. Угу, хорошо. Надеюсь, лестница не... Твою ж мать! Ты откуда здесь взялась, ты дура толстая, блин? Еще и заразила, блин. Да чтоб тебя, скотина. Сколько раз себе говорил, пей таблетки, блин, перед входом, блин. Вот так. А это, надеюсь, простой вывих? Вывих. А вывих не лечится. Чтоб вы были здоровы. Ладно, по-тихому не получается. О! Выскочила. Пошла вон. Ты уже сдохла? Офигеть, так быстро. Я промазал. Не думаю, что кому-то приятно веслом по башке получить. Потом. Ух. У меня тут все заряжено? Конечно, все. Как обычно. Вот так. Сюда подошли мои. Я тут. Анюта, я тут. Так, восстанавливаем. Еще резина. Резина, это хорошо. А попробуем-ка мы по стелсу тут просифониться. Ага. Оу. А, ну да.
Ты сейчас в тот сарай тащится. А там сейчас такое начнется. Кто хотит на Колыму? Твою мать, по одному. Пошла вон. С папки. Дядя сегодня не в настроении, блин, с утра пораньше. Тут есть что-то? Офигеть. Еще не хватало сдохнуть здесь. Перезаряжайся. Твою бога. О. 3 литра бензина. А тут что? Ага, там сарай. Тут ничего, ничего. Тут ничего. Так, стоп. А тут нигде ничего не висит. Ломатель хренов. Да, я знаю, вы все тута. Вы все тута. Не понял. Он всегда был открыт. Или я что-то не понимаю, или одно из двух. Ага. Тихо. Как я сюда бы попал? Ага, я его просто-напросто прошляпил. Шляпа. Ну что? Эй! Ну какая я кучка? Кучка-пилибучка. Давайте, ребятки, в очередь, сукины дети. Надеюсь. Да у вас, блин, что, с ориентацией хреново, блин? Я тут, понимаете, тута. Тута я, тута, вот тута мы. Ой. Как-то Задорнов говорил в таких случаях. Ну, тупые. Угу. Еще один остался, бля. В парке. Это все там,
наверху, да? А тут ничего. Пошли наверх за лутом. Тут когда-то еще и собачки жили. А сейчас собачек нету. Ай, ты ж какой. Такой-сякой. Болтики. Хоп. Хоп. Эквилибристика. На уровне бога, блин. Оба. Опал. Так, смотрим. Зубчасти. Потрошки. Медикаменты. Что там? Там ничего. Бунч. Бунч. Хоп. Руль велосипеда. Нафиг ты мне сейчас нужен? Охренеть. Приход. Книжечка. Ладно, потом с тобой разберемся. Ой, чтоб ты был здоров. Что тут? Тут ничего. Ладно. Сейчас я тут пробегусь, а все облутаю и встретимся. Ой, ну давайте посмотрим. Что тут попалось? Книжечек немножко. Фигня всякая. Потрошки, книжечки. Кое-что из слиточков, пластинки и фысыё. Так, это нам не надо. Это нам пока не надо. Пока не надо. Пока не надо. Я еще подумаю. Так, поехали сдаваться. Только, блин, дай что-нибудь полезное. Полезное. Пожалуйста. Ты сука. Огромная сворощь. Чтоб ты был здоров, негодяй. Опять жрать хочет. Чтоб тебя укусили. На, жри. Негодяй. Так, ладно, мальчики, девочки, на сегодня я с вами попрощаюсь. Вот. А сам поеду, все разложусь. И уже встретимся в следующий раз. Где мой матрасик? Вот так.
Так, испытание. Хоп. Во. Я тут можно из токсина положить. Так, все. Вот теперь точно, мальчики, девочки. Пока-пока. Всего хорошего. До новых встреч.